одно дело создать условия для инвалида, чтобы он пришел на спектакль. Другое же, если он слабовидящий, незрячий, слабослышащий, чтобы он понял наравне с другими зрителями, о чем же, собственно говоря, повествуется на сцене. Стремились показать театр незрячим, слабовидящим людям. Именно на это направлена наша программа. Адаптировать с помощью современных средств технически те культурные продукты, в частности театральные и концертные программы, чтобы не создавать отдельный специализированный продукт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно тогда возникает процесс социальной реабилитации, социальной адаптации инвалида в обществе. Светодиодная строка, способ субтитрования. Несколько спектаклей протитровали. Количество таких адаптированных спектаклей и концертов для слабослышащих становилось все больше и больше. Конечно же, мы вместе с вами будем нашу деятельность просто делать лучше. И я надеюсь на вашу поддержку и сотрудничество.